Добрый день. В сегодняшнем видео хотелось бы осветить такую проблему, как, скажем так, неровность или искажение глазка петли в случае выметывания глазковых петель, да, на ряде машин. Регулировка у всех общая, она несложная, то есть ее можно сделать в домашних условиях, не совсем опытному пользователю, в этом ничего сложного нет. Значит, ставим операцию 07, это у нас в данном случае Genomet 3700 машина, у нее петля под номером 07, как раз таки глазковая, та, которая нам нужна. И вот сейчас ставим 7-ю операцию. Машинка уже заправлена, включена, вот сейчас поменяем быстро лапку. Значит, ставил рамку для выметывания петли и после этого выметываем петлю. Значит, подкладываем ткань. Опускаем лапку. На дисплее у нас есть подсказка, потому что нам необходимо для этой операции опустить ограничитель петли, который находится за нитью девателя. Вот мы его опускаем. Сюда в лапку вообще желательно вложить пуговицу, то есть и под диаметр вложенной пуговицы машина сделает петлю. Ну, предположим, что мы вложили там пуговичку где-то диаметром примерно в сантиметр. Вот я оценил стеночку, и вот, ну, такого диаметра пуговичка. Собственно, на стандартных параметрах это делаем. Опускаем иголочку, нажимаем кнопку старт. Петли желательно делать на скоростях не выше средних, чтобы машинка сильно не оступалась. Плотный шов. На прямых участках можно чуть увеличивать скорость. И в конце у нас будет звуковой сигнал по завершении операции. Собственно, все, петлю мы сделали. Поднимаем флажок, поднимаем лапку. На обрезочку подаем. То есть вот у нас такая петелька получилась. В принципе, симпатично, но есть небольшое искажение, его можно слегка скорректировать. Значит, как это сделать? Сзади за машиной на корпусе есть винтик один, который крепит кожух. Вот мы его скручиваем. У некоторых машин располагается торцевой части винт, иногда их бывает там два крепежных винта, но чаще всего он один. И дальше снимаем крышечку. Аккуратненько ее сцепливаем. Здесь в верхней части есть заглушечка, и можно аккуратненько все снять. Так. Все, сняли кожу, значит, и вот здесь, в этой части, на флажке петли можно отследить, как бы, путь этой системы, этого рычага, и вот здесь есть регулировочный винт. Вот как раз-таки его мы сейчас слегка скорректируем. Вот так вот мы вставляем шестигранник винтик и слегка прокручиваем по часовой стрелке. Ну, вот сейчас я сделал где-то примерно четверть оборота. Посмотрим, какой результат даст машина после этого. Сейчас повторим петлю. Посмотрим, что нам дала вот эта вот корректировка. Какой баланс у нас получится. Пускаем. И делаем все то же самое. Все. Операция завершена. Делаем все то же самое. И, пожалуйста, в принципе, результат уже есть. То есть вот для сравнения у нас обе петли. То есть мы чуть-чуть ее выровняли. Момент стыковки вот этих вот двух половинок глазка. Собственно, и такую регулировку можно производить на многих машинах, у которых петля в режиме автомата работает. Спасибо за просмотр.